Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донского, и сегодня обзор пустых баночек за месяц июнь. Ой, а тяжелый какой мешок получился, много баночек, всего 22 баночки Oriflame и 3 баночки других производителей. Для Oriflame 226 баллов, 11 300 по дистрибьюторским ценам, 14 135 по ценам каталога, получается разница где-то почти 3000. И другие производители у нас получилось на 1754 рубля. Но честно могу сказать вам, что мы это не покупали, вся продукция прислана была на обзор абсолютно бесплатно. Итак, начнем как раз вот с других производителей смотреть. Я скажу вам, сколько это стоит, да, на что обратить внимание. Итак, соляной скраб для тела красный грейпфрут с компанией Organic Zone. Organic Zone уже несколько раз присылали на обзор свою продукцию. Кстати, некоторая продукция мне прям очень нравится, какая-то вообще не подошла, не понравилась, но вот скрабы очень классные, очень классные. До этого у нас был шоколадный, просто конфетка. Грейпфрут тоже прям прикольный, вот этот вот, знаете, как аромат приятный такой цитрусовый, хорошо скрабирует. Большая банка, 250 миллилитров, а стоимость 379 рублей. Почему заостряю внимание на объеме? Следующий скраб Eco Box. Скраб у нас, сейчас скажу, с чем он, кофейный был, кофе и апельсин. Ну, во-первых, меня удивил состав. Вот просто насыпан сухой, как будто вот кофе измельченный, соль, и полито немножко маслами. То есть он сухой, его прям в руку берешь, и он весь рассыпается. У меня его использовала дочка, и она добавляла туда какие-то свои масла для того, чтобы всю эту, вот, все содержимое сделать приятной консистенции, чтобы это можно было брать и наносить на тело. И объем здесь, как вы видите, сразу понятно, что баночка очень маленькая, по-моему, 125 миллилитров, 120 миллилитров, а стоимость 379 рублей, ой, 275 рублей, 379, 275, в общем-то, вот так. Ну, сами понимаете, скраб — такое дело на любителя. Я, например, очень люблю скрабы. А тоник компании Sami Beauty, очень известный блогер присылал на обзор, но весь набор не использован. Тоник вообще не то что не нравится, честно говоря, я просто даже боюсь пользоваться на лицо такими продуктами, которые, ну, непонятно, да, вот как сделаны, где сделаны, были ли проведены какие-то клинические испытания. То есть настолько все это вот, знаете, как, ну вот, чисто, как это сказать, слово крутится прямо на языке, хайп, да, вот какой-то вот, блогер сделал свою косметику. Нет, ребят, это не есть хорошо, потому что лицо, вообще нам тело дается один раз, на всю жизнь выдается. Это не кофточка, которую можно сменить, или и не волосы даже, которые можно отрезать, отрастут новые. Это лицо, его испортить легко, восстанавливать очень трудно, особенно когда уже достигаешь такого зрелого возраста, как я, уже становится понятно, что, мама дорогая, ничего мне не нужно на коже. Не знаю, почему я согласилась попробовать, честно говоря, даже особо не вникала, потом уже когда получила, стала изучать, смотреть все это и поняла, что это была ошибка. Ну, в общем-то, ничего страшного, попробовали, да, выкидываем. И, в общем-то, стоимость этого тоника, внимание, 1100 рублей. Мама, выкидываю тысячу на помойку. Вот, ну все, теперь поехали смотреть по Oriflame. Надеюсь, эти отзывы вам тоже будут полезны, чтобы вы знали, что покупать, потому что я, как женщина, прекрасно понимаю, что даже если влюблен в какую-то одну продукцию, в любом случае хочется что-то пробовать новенькое. Есть такое? Скорее всего, есть. Поэтому, например, скраб можно попробовать запросто. Попалась коробочка с Wellness. Это нутрикомплекс для волос и ногтей. То есть это целевой продукт, который именно, вот витамины, которые именно влияют конкретно на волосы и на ногти, чтобы они были крепкие, хорошо росли. Я говорю про ногти. Волосы, чтобы были блестящие, хорошо росли, укреплялась как бы волосяная фолликула, чтобы они не выпадали и были просто красивые. В общем-то, отзывы хорошие, но точно могу сказать, что это не панацея от всех бед. Однозначно, потому что
Может быть, что-то в организме происходит, что просто витамины не справятся. Поэтому если проблема серьезная, идет выпадение волос, вы попробовали, не пошло, то есть нет улучшений, а нужно пропить, кстати, 4 пачки подряд, чтобы увидеть результат. Если пропили и не пошло, однозначно нужно что-то, ну, что-то делать, что-то внутри, что-то идет не так. Потому что у меня результаты классные с этим продуктом. Мне подошло, мне понравилось. Я каждый год, ну хотя бы 2 раза в год, я пропиваю комплекс по нескольку пачек, 3-4 пачки. Мне нравится эффект, просто волосы классные, ну что тут говорить. Поэтому я пью эти витамины для того, чтобы поддерживать волосы, чтобы они оставались еще долго такими красивыми, шелковистыми и густыми. Вот. И кстати, в тему волос, масочка, это серия Hair X, профессиональная серия, линейка Oriflame, 200 миллилитров маска восстанавливающая, вот такая крутая маска. Но опять же, все время волосы хотят перемен, и поэтому я никогда не зацикливаюсь на одной этой маске. Я могу взять и медовую, или маску Элио, или маски, мне очень нравятся в пакетиках, вот такие, например, масочки в пакетиках, одной хватает на 2 раза, вот на все волосы, вот просто ее здесь много, 30 миллилитров. Смело берите, пробуйте. Вот у меня сейчас банановая в руках, а есть еще с манго и с авокадо. Они разные по направлению. Например, банан — это для сухих волос, аромат от нее настолько вкусный, вот, ну просто ее хочется брать ложку и есть эту маску. Поэтому маски Oriflame проверенные, классные, работают на 100%. Вот видно, у меня сегодня второй день, я вчера мыла голову, а волосы все равно вот они гладкие. Я их не укладывала специально, никаких утюжков, ничего вообще, просто высохли как обычно. Нанесла масло Элио на кончики, потом расчесала, вот результат. Так что здесь еще вкусненького для волос. Краска светлый, ой, забыл, светло-русый 9.0. Самое главное, вот запомните, 9.0, и можно ее найти в каталоге. Вот она, моя красочка. С чем она мне нравится? Она круто закрашивает седину, она смягчает волосы, то есть после окрашивания такое чувство, что я с волосами что-то сделала, вот как девчонки рассказывают, там ботокс или кератиновое выпрямление, вот у меня такое чувство, что я сделала все, и сразу они у меня такие гладкие, такие блестящие, они струятся. Я обожаю этот вот день, когда я крашу волосы. Я знаю, что у меня несколько дней волосы будут просто нереально крутые. Еще в этой краске такая вот маска. Ой, эта маска, мне бы ведро такой маски, я бы ни на какие больше не смотрела. Кстати, вот эта масочка похожа на маску из краски для волос по эффекту, то есть волосы такие живые, блестящие, классные, они расчесываются легко. Краску пробуйте, она очень крутая, просто бомбическая. Так, что еще для волос? Масло, это Лерочка отдала, это спрей, масло спрей, я не помню, оно какой у него функционал. Чем оно отличается от других масел? Вот этот спрей, он делает такое, ну тонко, ну тут пусто, нажимаешь, и он тонко распределяется, то есть и он как бы более легкое масло по сравнению с другими маслами Элио. Но сейчас будет обновлена эта линейка, я не знаю, что нас ждет, но обычно все время компания идет на улучшение, то есть все время что-то лучше, лучше, более эффективное выпускает. Так вот, что делает это масло? Нужно буквально 2-3 пшика согреть масло в ладошках и перенести вот так на волосы, перенести, не вот так тереть, чтобы они ломались и скрипели, а так аккуратно переносим на волосы, все распределяем, не надо брызгать прям на волосы, это неправильно, распределяем все, даем маслу впитаться, и все. И можно подсушить, кстати, это будет защита как от термосушки, потом волосы будут блестеть, они будут мягкие, струящиеся. Я без масел жить не могу, особенно я ощутила их силу в тот момент, когда я стала делать смывку черного цвета, и вот тут, если бы не масла, реально мне пришлось бы стричься, наверное, на лысо, потому что волосы были настолько испорчены, они так пострадали серьезно, что если бы не масла, сидеть бы мне сейчас, да, с какой-то там корешечкой или под мальчика постриженный. Так, это тоже дочка отдала, шампунь Элио,
кстати, вот одна серия. Сейчас они будут тоже меняться, и шампунь, кондиционер будут с дозатором. Я сама еще не видела, но девчонки уже пишут везде в комментариях, что будет обновление. Я очень люблю, когда все удобно, потому что это вот неплохо. Ой, пузырики аж вылетели. Вот так неплохо, но удобнее с дозатором. Здесь нет, да, наверное, у меня такого показать нету. Ну ладно, хорошо, что будет обновление, я этому очень-очень рада. Для волос закончился шампунь активатор, это еще прошлая коллекция, серия Hair X профессионально. Активатор — это тот самый шампунь, который стимулирует рост волос, то есть пробуждает уснувшие луковицы, чтобы волосы лучше, больше росли и лучше росли. Очень крутой шампунь, и вот эту серию нужно правильно использовать. У нее настолько маленький расход, вы должны это понимать, что если вы сразу нанесли и у вас не вспенилось, значит, вы просто неправильно делаете. Наносите прям чайную ложечку, вот я на свои волосы использую чайную ложечку, прям вот капля, и начинаю так ладошками взбивать, взбивать, пенку переношу на кожу, на прикорневую зону, наношу, 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 все взбила, вспенила, подержала чуть-чуть, минутки три, потом смываем. То есть даем шампуню поработать. Также закончился, это я уже прикончила, кондиционер для против выпадения волос, тоже новая линейка, достаточно свеженькая, недавно она вышла на замену активатора, и линейка мне понравилась больше, чем, сейчас сразу расскажу. Во-первых, аромат настолько вот тут какой-то вот мужской аромат, вот я нюхаю, прям как-то грубовато, здесь же очень вкусный аромат, это первое, что сразу бросилось в нос, не в глаза, а в нос. Второе, волосы сразу перестали выпадать, уже где-то через две недели я это четко следила за этим, я четко увидела, что у меня волос на расческе мало, мало, в два раза меньше, потом в три раза меньше, и сейчас я просто радуюсь, потому что у меня нет такого, что по всему дому мои свежие рыжие волосы валяются, я вижу, что их стало вообще не стало, и на расческе их прям вот я когда даже голову помыла, это обычно самая такая вот процедура сложная для волос, когда только вымыла, надо все это аккуратно распутать, да, расчесать, тогда побольше. Утро на следующий день я встаю, хотя я сплю такая с распущенными волосами, они у меня везде на подушке, везде вот так вот валяются, я не могу спать с косами, да, как-то их там собирать. Я утром расчесываюсь, и я кайфую, то что у меня нету волос на расческе, как были раньше, и самое главное, как они хорошо расчесываются, как они классно расчесываются. Мне кажется, это тоже вот фактор, который влияет, потому что когда волосы плохо расчесываются, то начинаешь раздирать, и поневоле все равно какие-то выдираешь, которые там послабее, а здесь же они просто вот, ну, вообще не выдергиваются. Я кайфую от этой серии. Так, что-то для волос, мне кажется, все, поехали дальше. Так, вот это мицеллярная вода, я, кстати, мицеллярной водой не пользуюсь. Ну, иногда, вот сейчас новинка вышла в серии Optimus, мне прислали на обзор, поэтому я и пользовалась активно, мне она понравилась, но все равно так хорошо макияж она не стирает, как средство для снятия водостойкой косметики, наша двухфаска. Поэтому мицеллярку любит Лера, она вот прям, я ей беру все время разные, и она их любит, все время удаляет макияж, ей нравится. Но так как она красит только слегка реснички, немножечко бывает тени, понятно, что ей элементарно удалить макияж, а когда я крашу вот этой вот стойкой подводкой глаза, стрелочки я вырисовываю, очень трудно мицеллярной водой их удалить, то есть надо больше времени, поэтому я это не очень люблю. Так, ну раз уж пошли для лица, давайте посмотрим, что еще для лица. Закончилась маска, маска с ягодами, питательная, увлажняющая, объем у маски 50 миллилитров, берем уже, наверное, я не знаю, пятую банку точно, потому что нравится маска, пахнет она вкусно, вот не сильный ягодный аромат, он тоненький, вот такого прям нет, как в маске, которая сейчас вышла, вот с черникой, ее наносишь, и ты прям наслаждаешься, как много этого вкусного ягодного вкуса, а здесь очень тонко,
не вообще не напрягает, то есть нанесла и просто лицо напитывается, все хорошо, очень очень хорошая масочка. Так, дальше для лица я использовала патчи. Как-то проснулась утром, я не знаю, что случилось, ну правда спала мало, и у меня такие глазки узенькие, такие припухшие, какие-то вот прям вот прям не открываются. Я думаю, о, надо патчи использовать, и вот патчи хорошо работают. И, кстати, можно использовать на всем лице, не только под глаза. Их можно, например, вот тут у меня складка, я сюда могу, сюда, вот носогубки. То есть вот везде, где у вас есть какие-то вот зоны, которые вы хотите подтянуть, да, чтобы они разгладились, стали более, стало лицо более ровное, вот используйте эти патчи, они классные, но они дорогие на самом деле, цена на них прям вот, ну, не маленькая. Кстати, в одной упаковке, вот специально упаковку ж не выкинула, они вот в таком вот пластике лежат по отдельности, и все это вот в сыворотке. Я думаю, что это, конечно, тоже идет удорожание такое серьезное, но, честно говоря, я была бы рада, если бы в Oriflame выпустили вот такую вот банку полную патчей, да, вот как обычно выпускают, и я бы ее лучше взяла, пусть дорого, но удобно, раз, тун-тун, прилепила, потому что вот это крутой вариант в дорогу. Куда-то едем, летим, мы знаем, что не будет возможности выспаться, отдохнуть, патчи нам в помощь, все будет с ними хорошо. Так, закончился. Ой, я даже не знала, что он закончился. Это у Лерочки кремушек для глаз и серии Optimal. Сейчас тоже произошло обновление всей серии, она стала еще круче. И вот этот крем назывался «Невероятный эффект». Какой эффект он дает? Наносим его на зону кожи вокруг глаз, вот так вот сбиваем. А через 5 минут смотрим, а у нас ни припухлостей, менее выраженные синячки, мимика разглаженная, чудо. То есть здесь очень, как же он называется, экстракт очанки был, по крайней мере, раньше, и еще какой-то компонент. Экстракт очанки снимает припухлости очень хорошо, и я его использовала не только на зону вокруг глаз, а бывает иногда простуда на губе вылазит, вот нужно прям положить вот такую побольше этого крема, прям чтобы закрыть всю эту простуду рядом с ней, и вот на глазах прям снимается пульсация, отек уходит и не переходит в болячку, то есть убрали всю эту отечность, воспаление, все прошло. Вот это бомба, просто бомба. Меня это научила девочка из моей команды, она говорит, вот тебе классный инструмент для работы. Еще одни витамины нашла, витамины Wellness Pack женские, полный комплекс, две капсулы омега-3, одна капсула астаксантин и одна витаминка, минералы и витамины. Это вот суточная минимальная норма, которая идет как добавка к пище. То есть понятно, что мы из пищи получаем необходимое количество витаминов и всего необходимого, и это как дополнение, потому что пища не может решить, то есть закрыть вопрос полностью по питанию организма. Зубная паста защитная. Кстати, очень люблю эту пасту. В принципе, в Oriflame классные пасты. Есть травяной комплекс, отбеливающая, есть освежающая. Тоже мы ее почему-то одно время вообще как-то не любили, не нравилось, а потом наоборот полюбили. Не знаю, с чем это связано. И вот это, по-моему, ой, я уже не знаю, какая это. Ну, по-моему, это защитная или освежающая. Кстати, можно посмотреть. Да, это паста гель, освежающая. Она очень классная. И вот мы ее используем прям до последней капли, потому что нравится. Так, здесь два кусочка мыла, одно Мишино мужское, я ему дала это мыло для умывания, чтобы он умывал лицо. До этого он пользовался, у него была полная серия, скажите мне, как называется, забыла, Novage Man. Вылетело из головы. Закончилось первое средство очищающее, и я им говорю, так, теперь мыло. И вот мыло в ванную положили, Камчатка. Ой, как оно вкусно пахнет. У меня есть девочка знакомая, когда это мыло со скидкой, она берет 15 кусков сразу. Оно просто бомбически пахнет, очень вкусно. Так, закончилось средство смягчающее без
дополнительных отдушек и ароматов. Просто это средство первое, с которого началось производство продукции Oriflame. То есть началось все вот с этой баночки, вы представляете? Это так удивительно. И вот уже почти 55 лет Oriflame выпускает это средство. Конечно, у нас уже вышли с разными вкусами, каких только нет. Бананового нет, кстати, и ананасового. Может, выпустят, я так хочу их. Но очень много ароматов уже вышло. Они, конечно, все очень крутые, но это вот легенда Oriflame. И такую баночку можно прям себе сохранить на память. Дочка отдала бальзам для губ с кокосом. Давно их уже сняли с производства. Наверное, год уже их точно нет. То они все были в распродаже. Почему они мне нравились, даже отломили кусочек. Они очень вкусно пахнут. Там было три вкуса: дыня, манго и кокос. Мой любимый с манго, он у меня есть еще. С кокосом больше всего вот дочке нравился, но их уже нельзя купить, к сожалению. Так, тональные основы, пошли целая куча тональных основ. Почему сразу так много? Сейчас объясню. У меня открыто одновременно, ну, штук 7 тоналок разных, абсолютно. Я пробую их все для того, чтобы, во-первых, ну, для себя подбирать все время что-то еще лучше и лучше, рассказывать клиенту, потому что тональная основа — это один из самых таких покупаемых продуктов. В основном сейчас женщины, ну, редко которые не пользуются тональными основами, потому что все-таки тон, он позволяет выровнять цвет лица, вообще выровнять кожу, сделать лицо более таким вот ухоженным, привлекательным. Можно даже макияж не делать, но если кожа лица ровная, свежая, красивая, то, соответственно, себя ощущаешь по-другому совсем. Ну и по желанию можно немножечко сделать макияж небольшой. Так вот, давайте расскажу. Первая тональная основа, держу в руках, это Aqua Boost, серия The One, моя одна из любимых. Вот одна из любимых, кстати, сейчас тоже такая же у меня на лице, просто другой оттенок. Я люблю этот тон, и, кстати, также сильно люблю Everlasting серии The One. Она стойкая, адаптивная, подстраивается под состояние и под тип кожи. И даже под цвет кожи немножко, там много оттенков, 10 цветов, то есть можно легко подобрать. Но если вы даже чуть-чуть как бы не попадете вот в свой цвет, он все равно подстроится, все равно не будет видно на лице этот тон. Так вот, чем они мне нравятся, я даже скажу, что они порой вот меня удивляют, что такая тональная основа, ее можно, да, сказать, что в каких-то случаях она даже лучше, чем Giordani Gold. У меня даже есть клиентка, которая, ну, лет 8, наверное, пользовалась только Giordani Gold антивозрастной, и знаете, как она говорила: ничего больше мне не предлагай. Она что-то там пробовала иногда, и пробники приносила, ничего не нравилось. В какой-то момент так получилось, что у нее все закончилось, и я ей говорю: попробуй вот эту, вот просто попробуй, если тебе не понравится, я у тебя ее заберу. Я всегда так, я не блефую, я просто знаю, что я ничем не рискую. Такого не было еще, чтобы клиенту не понравился продукт, от которого я в восторге. И я же вижу по ее типу кожи, что ей это подойдет. Все понравилось. Сейчас она меня трясет как грушу. Мне нужна эта тоналка. Я говорю: ее сейчас нет, ее можно взять только за 900 рублей. И она: я хочу по акции. И вот она будет в 10-м каталоге по акции, 500 там с чем-то рублей, и вот она у меня ее сразу заказала. Так что вот эти тональные основы — беспроигрышный вариант. Чем они отличаются? Например, Aqua Boost больше подойдет для девушек, у которых кожа нормальная и склонная к сухости, а Everlasting для тех, у кого кожа наоборот склонна к жирности. Но даже зимой, когда у меня кожа абсолютно не комбинированная, я ей пользуюсь, мне нравится, она стойкая, она не так сильно отпечатывается на пуховичках. Супер. И здесь у меня в руках старенькая серия в тюбиках, тоже The One, ее еще также выпускают, можно купить. Она классная, то есть тональная основа, но я так не люблю эти тюбики. Она у меня почти, ну, тут половинка. Я ее так и не использовала, потому что появились потом новые. Мне так не нравится, что вот ее надо выдавить. Она тут все пачкает. Блин, я вот не знаю. Я вроде бы не педант до такой степени, чтобы там меня это как-то бесило, но я люблю вот эту эстетичность. Открыла,
выдавила, закрыла, все чистенько, нигде ничего не пачкается, не нужны салфетки, ватные диски, бывает, что вся перемажется. Вот из-за этого, кстати, я отвергла тональную основу, как же она называется, Giordani Gold, шелковая, которая с пипеткой, она классная, но вот эта пипетка, ее открываешь, то капнешь на одежду, то лишнего, вообще не понравилось это вот. Техник, ну как бы ее исполнение, как ее сделали, мне кажется, в этом нет никакого смысла. Если бы сделали дозатор, наверняка это не было бы дороже, чем пипетка, и было бы намного приятнее в использовании. И нашла у себя такой флакончик, это был такой пробный наборчик True Perfection серии Novage тоже. Слушайте, там были крема в наборе, дневной, ночной для глаз, по-моему, и все. А может быть, еще очищение было, я не помню, у меня сохранился один этот тюбик, почему-то я его не выкинула раньше, он пустой, в принципе, я сегодня там капельку выдавила, кстати, он уже очень давно лежит, 17-й год срок годности, а он пахнет так же вкусно, там видно, чуть-чуть осталось, прям вот немножечко, ну как-то так, то есть дорожный вариант, представляете, чтобы с собой не тащить тяжелые банки, вот представьте все крема вот в таких вот банках, это очень тяжело, а надо взять дневной, ночной, духи, очищение, тун-тун-тун-тун, набегает вот такая сумка, и реально, когда ты едешь и знаешь, что будешь делать какие-то еще покупки с собой, что-то обратно везти, потом думаешь, блин, ну почему нет вот таких малышей, чтобы с собой их брать в дорогу, это конечно фантастика, но вот выкину этого малыша, чтобы не занимал пространство, хоть он и маленький, все равно стараюсь сейчас избавляться от всех ненужных вещей, которыми не пользуюсь, вот как бы чтобы не захламлять пространство, потому что это тоже очень важно для всех и для разных процессов жизненных, когда у вас все захламлено, это не очень хорошо отражается и на бизнесе, и вообще на все. Все, пустой пакетик. Фух, такой обзор. Надеюсь, это вам будет полезная информация, потому что чем лучше вы знаете продукцию, тем вам легче с ней работать, легче предложить ее. Хотя мы вроде бы смотрим и говорим, это же ну такой понятный продукт, мы же этим пользуемся с рождения, но все равно, особенно учитывая, какая конкуренция на рынке, важно знать продукт, чтобы просто вот доносить до людей, насколько он классный, какие в нем преимущества. Я вас благодарю за внимание, желаю вам всех благ, до новых встреч, и если видео полезное, пишите в комментариях обратную связь. Пока-пока!